Вы смотрите обзор товара коврик самонадувающийся двухспальный Active 25W. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Astiva W25. Самонадувающийся двухспальный туристический коврик Trek Planet Active W25 дюйма толщиной 2,5 см. Идеально подойдет для семейного отдыха. Его оценят любители состегивать спальники для совместного сна, так как единичные коврики под состегнутыми спальниками часто разъезжаются по палатке, не обеспечивая необходимой теплоизоляции от холодной земли. Также его можно сложить вдвое и получить толстый коврик под один спальник. Очень простой в использовании, легко и быстро надувается, компактный и легкий, отличается прочностью и износостойкостью. Компрессионные резиновые кольца и чехол для хранения и переноски в комплекте. Ткань внешняя, 100% полиэстер, 190 тонн. Тип наполнителя, вспененный полиуретан плотностью 16 кг на М3. Клапан пластиковый. Компрессионные резиновые кольца и чехол для хранения и переноски в комплекте. Технические характеристики. Размер 183 на 130 на 2,5. Ткань внешняя полиэстер 190 Т. Тип наполнителя, плотность вспененный полиуретан на 16 кг. Клапан пластиковый. Размер в сложенном виде 22 на 22 на 65 см. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.